Ребята, всем привет! Всем желаю доброго, хорошего дня. У нас новости сегодня пришли, а именно пришел результат по анализу крови. Также пришел результат по кардиограмме, которую ждали и переживали. Ну, без приключений не бывает. Сразу забегая вперед, скажу вам, что сказали, в 10 утра можете прийти и без проблем забрать свои анализы. Обрадовался, время 10, потихонечку начинаю собираться. Думаю, сейчас как раз к 11 доберусь и заберу. Прихожу в клинику, забираю я кардиограмму. И она говорит, а анализа нет. Я говорю, как нет? Да вот так, говорит, нету. У нас, говорит, там что-то в лаборатории случилось. Поэтому, говорит, вам придется сегодня еще раз прийти в 3 часа. Я говорю, ладно. Конечно, честно говоря, расстроился. Думаю, блин, будет готов, не будет готов, потому что завтра у меня очень серьезное обследование. И без этих результатов просто никак. Вот. Ну, слава богу, время 3. Меня приняли как по часикам. Все быстро. Я уже отправил документ своему другу. Очень хорошему, Иван. Привет тебе, Чебоксары. Он у нас огромный, добрый человек. Хороший врач, который дал мне расшифровку, дабы мне не платить, не ходить по клиникам, никуда не записываться лишний раз. Он дал расшифровку на то, чтобы я спал спокойно сегодня ночью, так как меня завтра уже, скорее всего, анестезиолог должен допустить к этой процедуре, которая мне будет нужна. Вот, поэтому скажу так вот, что нужно услышать было, я услышал. Еще раз огромное спасибо всем, кто поддерживает, кто с нами на канале. Вот, ну, теперь остается завтра приехать в большой диагностический центр по городу Воронежу и уже ждать результата анестезиолога. То есть, допустит ли она, либо же нет. Но, скорее всего, я думаю, допустит, так как, я еще раз повторюсь, что результат уже расшифрован по анализам и по кардиограмме. А это самое главное для анестезиолога. На основании этого она уже и будет принимать решение. Так, посмотрим, да, что можно было сегодня приобрести в магазине. Санька забежал и приобрел. Значит, давайте по порядочку. Такое вот маслице покажу вам. Вот так вот. Масло злато подсолнечное, рафинированное. Вот, в общем, взяли парочку вот таких вот. А это стоит по 100 рублей. Округлим там в копейках. Ну, по сотке получается. 200 рублей. Вода, лечу желудок потихоньку, точнее не лечу, можно сказать, поддерживаю более-менее в тонусе, стараюсь. И синтуки четверочка, получается у нас 5 бутылок, бутылка по 43 рубля, да, по 43. Вот. А потом забежал я в магазин продукты Казахстана. Вот такое вот печенье. Прям рекомендовала продавщица, кстати, подписчики, кто из Казахстана, она говорит, очень-очень любят. Поэтому вот у вас спрашиваю, так ли это или нет. Еще не пробовали, думаю. Да думаю, сегодня и попробуем под чаек, потому как вот такой чай тоже в этом же магазине. Он именно расфасован в Казахстане. Вот, он стоит у нас 165 рублей. Вторая пачка. Тропическая Кения, гранулированный кенийский чай. Потихоньку заварим чай. И попробуем заодно печенье. Ну и вы, давайте с нами. В итоге, не дожидаясь чая, решили все-таки открыть, попробовать.
печенеги. Друзья, они просто бомба. Ну ладно, печеньки вкусные, пусть будут печеньками. Можно уже заканчивать. Одну попробовал, на этом достаточно. Теперь вот такой вот у меня ужин. Можно сказать, он легкий, чисто диетический, потому как завтра мне утречком уже нельзя будет ни завтракать, ни пить. Поэтому сегодня у нас ранний перекус, даже так назову, зеленушечкой. Я думал, колбаску мама мне подкинула. А нет, обойдусь. Мама себе. Ну да. В общем, вот так вот, дорогие наши друзья. Готовимся к процедурам. Утром будем отправляться. Поедем на такси, потому как за руль потом некоторое время нельзя будет. Ну, а вам всем желаю прекрасного, замечательного, доброго вечера. Конечно же, не забывайте делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте колокольчик и ставьте пальчик вверх. Всем пока-пока. Берегите себя.